Куда пошла опять? Все как обычно. Чем? Как всегда. Ни одно видео не проходит без этой сцены. Почему? Потому что это самая коронная сцена. Это заставка всего фильма. Давай, в общем, рассказывай, что к чему и что дальше у тебя происходит. Ну, в общем, попали мы в такую Мама Джа избушку. Это как это попало-то? Ладно. В лесу есть избушка. Мама Джа называется. Так ты избушку снимай. Что ты? Вот, есть такая избушка. Пиратская, на самом деле, это пиратская яхта. Вон, сними пиратскую яхту. Вот. Ну, видишь, пират налицо, одноглазый. Во. Уже прохладает осень, конец октября, насколько я помню. Так, рассказывай, где ты? Это место разлома Греция. Миров. Греция, вы что, не видите? Это же Греция. Здесь можжевеловый лес. Черные эти можжевелки не собрала. Такой мешочек еще там такой был. Все. Еще что хочешь сказать, мадемуазель? Вот, что мы Лели. Мы любим вас. Угу. Вот прическу покажи. На, меня покажите тоже. Я тоже здесь был. Все. Уезжаем. Устали. Да, покажи тоже, как я раздеваюсь, переодеваюсь. А ты что будешь переодеваться? Да что-то какие-то мелы, какие-то, непонятно. Какие-то, мне кажется, они маленькие. Да? Они маловаты, эти штаны мне? Не знаю, дай мне шарф красный, который у тебя на поясе. Хорошо. Ну. Все, едем дальше. Из этих сказочных гор. Вот посадили мы немножечко... Что мы тут посадили? Виноград я посадил, да. Вот, виноград, инжир. Ну, вдоль домика. Может быть, кто-нибудь будет ухаживать за этим виноградом. Будем надеяться. Молиться. Вот тут такие можжевельники растут. Очень необычные. На самом деле в этих можжевельниках живут лешие. Все, стоп. Все, всем привет.